Читаем записи. Так, дамы и господа, здравствуйте. Кто будет смотреть этот матч в записи, кто смотрит это в лайве, у нас полуфинал турнира Unified Average League. Встречается у нас Крутя World Power против команды Strange. Быстренько представляю составы команд. У нас CWP. Играет Last Man, Must Imagine, Monk Limon, Lucky Panda и Gothic MCI. Команда Strange, Rincon, Dingo, Джоэлс, Пушкин и Вираж. Итак, что у нас придумает команда Стрэндж? Играют они за атаку, они идут под Бэплентик. У нас на приеме Бэплента. На карте Трейн будет стоять Готик МСАЙ и Манк. Вот, чекает, замечает. Двоих игроков уже кидает быстренько смачок. Никак неудачно достал он флешечку, стреляется неудачно. Как получилось все для команды CWP. Манк у нас на приеме еще Бэплента, но вот никого он не замечает. Ставится у нас бомба. И что будет дальше происходить? У нас Манк. Хорошо. 2-16-1 голову Ринкарну. Продолжается у нас выбивание пунта. 4 в 4. Замечает на верхнем пунте у нас одного игрока Монк. Лимон еще делает минус. 3 в 4. Уже у нас ситуация. Посмотрим, как сейчас он сыграет. Пушкин. Пушкин врывается. У нас там кто-то уже Джоэлс вместе с Пушкиным. Остались 2. 2 в 3 хотел сказать, но уже умирает у нас и Пушкин. И умирает Джоэлс. Пистолеточка за командой Крутиал World Power. Это, напомню, полуфинал у нас. 1-2 финала. Average Unified Лиги. Карта Death Rain. Ну и что? CVP. Повели. 1-0. Прекрасный раунд. Выбили хорошенько плент. И вот только 2 минуса смогли у нас Strange сделать за атаку. При выбивании пункта Б. Ну что, форс или не форс? Нет. Полностью какой-то сливной раунд. По 2000 у ребят. И что они сейчас придумают? Так, трое идут на зелени, Лаки Панда. У нас на приеме зелени будет с кольта стоять, будет закуп у Дефенс. У нас Фоманс, Кольт, МП9, две штучки и Максим. Итак, трое под зеленью у нас Ринкарн с бомбой. Где он находится? Он находится вот так вот. Стоит, он ждет в соточке аркаду. Там уже, кстати, еще и Лимон поджал тоже. Ну что, включим Лаки Панду. Видимо, на него сейчас будет выход. Он стреляется с одним, со вторым. Хорошо, нашивает Динго до 36 хеллпоинтов. Тут же Готик на приеме у нас. Готик минус 2 сделал. И что, Лаки Панда или Готик третьего добьет? У нас Ринкард, хорошо. Ставит минус. Максим, он, кстати говоря, забирает, но не больше. Не больше на больше, к сожалению, не хватило. 2-0. Крутиал World Power пока что ведут. Пока что ведут, и третий раунд смотрим, первой половины. Карта у нас Death Rain, напомню, это полуфинальчик. Полуфинальчик, закуп у нас от команды Strange, что у них? 5 калашей, раскидочка очень плохая, но вот на все деньги закупились, решили закупиться, бомбу в первом раунде ставили. 3 дыма и 3, 4 флешки. 3 дыма, 4 флешки, дефолтик от команды Strange, и у нас что? 2 идут в дом, 1 играет у нас в соточке. Это Джоэлс пытается, он кого-то выцепить на шестой линии. Стреляется против одного, против второго. Лимон убегает у нас в плент. Закрыто довольно-таки у нас играют ребята. Ну что у вас замечает? Да, Джоэлс, твопенфраг для команды Strange. Хорошо, вырубает у нас Last Imagine. 4 в 5 уже ситуация. И стяжечка сейчас какая-то. Да, Готик МСАЙ просто уходит у нас на Б, на А-плент. Извините, Лимон у нас наверх низе на приеме. Ну, с одним, со вторым пострелялся. Быстренько уходит в плент. Ни одного хп он не потерял. Это хорошо. Это очень хорошо. Бомба, тем временем у нас на зелени, Пушкин там стреляется, и Динго, и все вообще, все стягиваются просто под Б-плент. На пункту Б у нас Монк на приеме, его зачекали, он стреляется, ставит хорошую голову, виражу, еще голову ставит Джоэлсу, боже, прекрасно, даблкил, и еще третью не воз... Нет, третью все-таки не ставит, Ринкарн разменивает своих тиммейтов, Ринкарн не даблкил, тоже отвечает прекрасный ответ от Квинкарна. Так, ну, Лимон все-таки. Лимон убивает его, тоже разменчик. Лимон стреляется еще и с пунтом. Да, Лимон ставит еще одну голову. Остается у нас Пушкин. Пушкин 1 в 2. Бомба у нас стоит, бомба пикает, бомба по дефолту. Пушкин попробует 1-2 взять, но Лимон! Хорошо, Лимон у нас ставит третью голову. Трипл килл от него в этом раунде и 3-0. Ну, бомба стояла, в принципе, но денег крайне мало. Сейчас у ребят из команды Strange, и нужно им сливать сейчас. Конечно же, раунд... Сливать раунд и что? Нужно где-то быстренько слиться, я думаю. Попробовать еще раз поставить, может быть, бомбу какую-то. И уже начинается 4-0 тащить. Если, конечно, сейчас какого-то чуда не произойдет. Что решают ребята? Ребята у нас решают
Быстренько пойти в дом, бомба у нас валяется. ХАЕ пролетает на соточку. ХАЕ, в принципе, хорош. Один из хелспоинтов отнимает, но не более. 4 кольта, один ФАМАС. У команды Crucial World Power. Вот так вот. У нас ФАМАС играет Монг, станы с кольтами, все бегают. На пункту у нас Лимон. И пока вот такой опять дефолтик. Опять дефолтик или Лаки Панда на зелени. Два оппонента у него здесь. Вираж пытается стреляться с верхним пунктом. Как-то, ну, Лаки Панда позже. Даблкил дает на зелени. Прекрасно. Убил двоих игроков. И что? Last Mage у нас умирает от Пушкина. Пушкин на стек 9 сыграл. Ринкан сейчас на верхней низе, возможно, тоже сыграет. Лимон хороший тоже ставит хедшотик. Пушкину стек 9 стреляется у нас Ринкан. Неудачно. Лимон даблкил дает. Вираж остается один. Берет бомбочку и попробует. Попробует выйти в сотку. Тут его Лимон ждет, кстати. Ну, Лимон чекает все. И Лимон, да, еще делает. Опять трипл килл. Второй раунд подряд. Трипл килл от него. Ну, вот так вот. Молодец, молодец. Что, хорошо сыграл. Ну что ж, смотрим мы дальше за игрой. 4-0. Закуп у нас от команды Strange. СВП у нас играет... Кто у нас играет СВП? А СВП у нас играет Вираж. Он быстренько занимает соточку, чекает пятую линию. Плент. Никого он там не пока не видит. Прилетает ХАЕ, 97 хп у него. ХАЕ не очень удачно пролетело. Ну что, и кладется смачок. Очень четко за дефенс у нас отыгрывают ребята из CWP. Но Strange, что Вираж не попадает, к сожалению, по шестому вагону, по своему оппоненту. К сожалению. К сожалению. Ну ладно, что ж. Ну и вот Last Mage у нас просто в аркаде, в сотке, убивает у нас Виража. Продолжает стоять в сотке. Еще против у нас Динго делает даблкил уже просто. Даблкил и... Три игрока у нас остаются. Last Mage, Пушкин, боже, что происходит. И размена 4 в 2 у нас ситуация. Лимон играет с 19 хелспоинтами. Так, сейчас, ребят, одну секундочку, кто смотрит. Лимон у нас, да, делает last kill. Это 5-0 уже в пользу команды. В пользу команды Crucial World Power. Crucial World Power, ну вот так вот дела обстоят у нас. Пока что все очень хорошо для них складывается, с чем я их, собственно, и поздравляю. Так, ребят, сейчас стрим может немножко полагать. Вот, не обращайте внимания, пожалуйста. Да, у нас опять очередной... А, нет, кстати говоря, я хотел только сказать, что... Эко-раунд сейчас должен быть от команды у нас. От команды... Но нет, Манк просто даблкил дает. Тоже прекрасный прием. У нас перемычки замечательно сыграли в поджиме. У нас два игрока и... Что еще, Динго у нас делает минус тоже на Last Mage. И это пока что 2 в 4, хотел я сказать, но нет, уже остался один Динго у нас. Он бомба валяется, к нему бежит еще один игрок, Готик МСА, и Готик МСА ставит последнюю голову. Это уже счет 6-0. 7 человек на трансляции, ребят, я всех вас приветствую, здравствуйте. Смотрим мы полуфинал с вами. Турниры Elifight в Rage Лига. Надеюсь, у вас не лагает. Лагать вроде как не должно. Ладно, смотрим, что 7-й раунд, первая половина встречи. Пока что 6-0 у нас счет. Бомба у нас бежит на зелень. Лаки Панда у нас ЛП. Кстати, он может сейчас здесь очень хорошо сыграть. На него два игрока бегут, но нет. Last Mage делает минус. Лаки Панда отвечает тоже минусом. Продолжает он стреляться, берет ЦЗшечку, но Ринка просто вылетает с ТЭК-9, делает минус. У нас что, остается один Динго. Динго берет АВП, делает минус ТЭК-9. Ну, хорошая игра, но сейчас его просто там спину уже обходят. Он, к сожалению, не убивает Манка. Это 7-0. CWP пока что без шансов выигрывает эту каточку за дефенс. Прекрасно отыгрывает. По статистике у нас CWP, Лимон 13-1, Манк 7-1, Лаки Панда 5-2, Last Mage 5-6 и Готик МСА 4-2. Команда Strange. У нас Ринкан 6-7, 2-7 Динго, Джоэлс 2-7, Пушкин 1-7 и Вираж. Пока что 0-7. Не получается у него сделать ни единого минуса, но... Что ж.
Может быть, все еще изменится несколько раз. И что, Лаки Панда у нас делает опять минус на зелени. Ну, как же так? Вот без размены как-то ребята играют. Last Magic у нас пытался сейчас наверхний залезть, но все-таки передумал. И как он выходит вовремя, боже, наверхниз просто убивает одного, оставляет Джоус. 73 хаус-поинта. Лимон играет спонтанно. Он сейчас вот может вот тут экшен устроить, выходит, просто жмет в плент. Да, убивает он еще Джоэлса, но бомба все-таки Джоус успел поставить. Стоит у нас Динго. Вместе с кем? Вместе с Виражом. Вираж у нас АВП играет. И что? Динго делает еще минус. Вот так разваливает всю команду. CWP 2 в 2 ситуация. Ну, очень сейчас интересная, интересная ситуация. 2 в 2. Бомба стоит. Надо как-то пробовать дефьюзить ее. Да, ну, что-то не прикрыл своего тиммейта у нас Лаки Панда, это, видимо, первый раунд за командой. За командой Стрэч, с чем я их, собственно, и поздравляю. Да, 7-1 у нас счет. Лаки Панда просто бежит сейвить своего ВП. Ну, в общем-то, как-то так. Наконец-то взяли у нас. Хорошо, вышли сотку, вышли вверх-вниз, на размен вышли и забрали таки раунд себе. Вот еще счастье то, что успел Джоус у нас поставить все-таки бомбу. Вот если бомба не была поставлена, тогда шансов на взятие этого раунда у команды Strange было бы очень-очень мало. Ну что ж, смотрим, мы за следующим раундом. Вираж у нас также продолжает играть с АВП. Lucky Panda тоже у нас с АВП отыгрывает. И дефолтик опять. Опять у нас двое идут на зелень, один в сотке, два в доме. Пушкин у нас что делает Пушкин? Пушкин уже что, в сотку, да, пытается сейчас попробовать выйти в сотку, прилетает хае, 3 хп ему отнимает, молотов еще кидается, ну, не особо удачно на самом деле. Итак, Лаки Панда в зелени с АВП, там у него есть один оппонент, это Ринкарн, ну, посмотрим на их очное противостояние на зелени. Пока Ринкарн боится, боится вот выйти. Лимон у нас вот в такой позиции, кстати говоря. Очень-очень агрессивная позиция. Сейчас может просто выйти и получить. Да, получать просто по личику своему. Но все-таки успел убить Джоэлса. Динго у нас разменял своего тиммейта. Видит еще одного игрока команды Defense. 4 в 4 ситуация. Last Mage у нас имеет очень мало хелспоинтов. Так, у нас идет атака на плент. Lucky Panda делает минус. Все-таки в зелень убил он Ринкарда. Интересная была дуэль у них. Но что ж... Last Magic, близко, занял к шестому вагону. Смок лежит, очень трудно, трудно выйти игрокам атаки. Ну, на Пушкине делает минус, и что, еще неужели? Динго еще, да, еще и Динго убивает. Ну, прекрасный даблки, у нас остается один вираж с АВП. Да, с АВП он на... Был возле верх-низа, идет сейчас просто на нижний. Слышу, слышу игрока, да, делает минус на готике и 1 в 3. 18 секунд до конца раунда, это 8-1. Это 8-1, дорогие друзья. Еще и, кстати, о, прекрасный минус. Но пораньше бы такие минусы летели бы, может быть, и был бы шанс взять какой-то раунд. Но, к сожалению, время неумолимо бежит к нулю. И это 8-й раунд для команды Crusier World Power в дефенсе. Здорово, Тонта. О да, он работает. Кто работает? Я покушал, я теперь в здравом уме. Я теперь полон сил и энергии смотреть дальше игру. Ну что у нас по закупу? 3 тек 9, АВП от Виража. Ну вот от него должна сейчас складываться как-то игра. Пытается он на верхнем пункте выцепить у нас Монка. Монк у нас в такой позиции сидит, знает, что там, возможно, АВП его смотрит. Но вираж нет. Получается все-таки убить. И Монк просто убегает. Просто убегает спокойненько, без всяких проблем. Так, выходит. Пытаться будут выйти на Б-плен, на Б-пленте. У нас на приеме Готик. Вместе с Монком, да. Вместе с Монком. Так, Монк уже делал минус. West Magin тоже еще сделает минус. Стрим не лагает. Отлично. Спасибо, Тонты, за информацию. Так. Вираж у нас по верхнему пункту идет. Но все-таки возвращается он в перемычечку. С АВП он играет. У нас 3 в 4 ситуации. Есть пока еще шанс. Есть бомба у виража. И они бегут просто на плент. А там Ринкар. Он уже, кстати, зашел. Заня уже дает информацию своим тиммейтам, что на А пленте чистота. 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 Нужно заходить, ставить бомбу. Вираж этим и занимается. Ставится у нас бомба. Готик МСАИ умирает у нас на верхнизе. Пушкин прекрасно отыграл. Ну, вот такая вот просто, ну...
какой раунд развернули все-таки в свою пользу. У нас какие команды Стрэндж. Ну что, посмотрим. Так, Лаки Панда. Вираж прекрасно делает минус ВП. Так, Лимон, Лимон у нас, кстати, ворвался на девяточку, убил у нас Ринкарна, но Вираж тут как тут разменял своего тиммейта, ну, очень мало шансов сейчас у команды. Крусиал Вард Пауэр взять раунд, и Стрэндж замечательно берут второй раунд в атаке, ну, вернулись, вернулись в игру после семи подряд проигранных. После семи подряд проигранных они вернулись все-таки в игру, взяли уже два раунда. Смок, у тебя до сих пор лагает, что ли? Очень странно, Смок, очень странно. Все по-прежнему, это, конечно, плохо. Это, конечно, плохо. Ну что ж, смотрим этот следующий раунд. Денег вот у CWP крайне мало на последние деньги. Они покупают себе девайсики, девайсики, Last Magic, и Монг играет с фамасами, но зато в 2 ВП. Вот так вот, в 2 ВП просто отыгрывают. Пушкин у нас соточки ждет аркаду, Last Magic свыше в это дело. Дается флешка, хорош, под эту флешку врывается, убивает Пушкина, опенфраг за командой. Стрэндж, хотел я сказать, но CWP. Опыт фраг сделали в этой карте, 4 в 5. У вас мэйджи 28 хоспоинтов имеет, и... Что ж. Два у нас находится под соткой, Джоус у нас в домике, и... Динго, кстати говоря, Динго у нас вот так в смоке вообще спрятался. Возле нижней линии, но не знаю. По перемычке он еще продвигается, что-то пытается сейчас сделать. Ринкер у нас тоже занимает соточку, и... И будет пробовать он сейчас кого-то выцепить. Так, Акипанда промахивается с АВП. Привет, апельсинка, привет. Так, и смотрим. Ну, до 30 секунд до конца раунда нужно что-то решать. Нужно что-то решать уже ребятам из команды Стрэндж. Они, походу, просто... Просто ретируется куда? Куда? Да, бегут они на нижний плент. Там у нас Готик МСА в хорошей позиции. На нижнем пленте дается смачок. Дается флешка. Флешка очень плохая. Просто Готик МСА спрейм забирает двоих. Выбивается у нас бомба. И 10 секунд до конца раунда. Есть смысл просто сейчас застейвить. Просто засейвить. Ну вот, такой спрей у нас от Ринкарна. Замечательно, но пораньше бы это все сделать надо было. Ринкар даблкил дал, но поздно. Поздно все это происходит очень. Еще и теряет свой девайс Ринкарн. И денег у команды Стрэндж нету. 9-2 счет у нас. По статистике пробежимся. Команда Crucial World Power. Лимон. 16-5 Last Magin. 11-9 Манк. 8-3, 7-3 Лаки Панда. Готик МСА 6-6. Команда Стрэндж, Ринкарн 9-1, Свира 6-7, Динго 5-10, Джоэлс 3-11 и Пушкин 2-10. Хотел я сказать Вираж, но уже опен фраг от команды Стрэндж. Выходит просто быстренько соточку. Ну пораньше надо было так играть, ребята, пораньше. Ну что, у нас закуп какой-то ужасный. Просто 3-9, пистолетик и АВП у Виража, от него вся игра. Джоэлс прекрасно отыгрывает, дает уже 3 минуса. У нас Хабата просто вышел на фас соточку и вот так вот вышли. Просто обескуражили своего оппонента. Обескуражены они. Ничего не смогли поделать. Так, ну раскидывают у нас Готик флешечки какие-то. Манк у нас просто убегает на сейф. И Готик тоже убегает на сейф. Ну замечательно, взяли на ужасном пай-раунде. С 3-9 пистолет и АВП было у Виража. Взяли третий раунд в свою копилочку за атаку. Замечательно. Замечательно. Большие-большие молодцы, ребята. Нужно еще хотя бы, ну, хотя бы два надо взять, и тогда мы увидим самую настоящую борьбу. Самую настоящую борьбу увидим за... На второй половине. На второй половине этой встречи. Итак, что по закупу у команды CWP? Ну, смотрим, денег 26, 2-3, то есть закуп очень плохой будет сейчас, да. Два Фамаса, два Кольта. А у Last Magic у нас что? У Last Magic вообще пока ничего. А у Last Magic покупает просто муху. Ну вот зря, зря сейчас просто команда Стрэндж не пошла опять фас соточку. Вот у них очень-очень замечательно сейчас получилось это сделать. Ну вот Ринкарн, Ринкарн должен у нас сейчас ждать аркаду. Лимон просто вот так вот поджал, 64 хоспоинта он имеет. Хорошая позиция и Вираж. Не знаю, Вираж сейчас вылезет или не вылезет, я даже не знаю. Ринкарн у нас спускается, и что, Ринкарн сейчас будет умирать, еще не дай бог, нет. Ринкарн у нас не умер, пока 5 в 5. Ладно, Смок, не злись на свой интернет.
Просто сиди с нами в чатике и все. Спрашивай счет у ребят. Ребята будут говорить, я думаю. Не знаю, сколько человек на трансляции. Надеюсь, человек 5 есть. Не знаю, ребят, у меня сейчас все закрыто вообще. Все закрыто и не должно лагать совсем. Ну, либо это реально Twitch, либо что, я не знаю. То есть у меня сейчас вообще все закрыто. Вчера я, например, играл со Steam браузером. Там три ссылки у меня было открыто. Я читал чатик, всю фигню. Итак, Пушкин. Open фраг. Open фраг для команды Strange. У нас Лимон просто жмет смог. 3 хп. Готик МСА у нас имеет. Играет он на шестой линии. Боже, вот эта игра. Какая у нас игра? Итак, Вираж, СВП. Верх не сыграет. 4 у нас в 3 ситуации. Готик МСА врывается просто 3 хп. Убивает одного. Но Вираж вовремя среагировал. СВП. Так, Лимон у нас еще делает минус, но вот наконец-то, да, Стрэндж, собрались, четвертый раунд, берут свою копеечку, очень упорно у нас борьба, я так чувствую, будет во второй половине этой карты. Да, ну что, еще сейчас экономический раунд мы увидим в исполнении команды CWP. Это еще более интересное, делает нашу игру еще более интересной. Ну, смотрим, что сейчас придумают ребята из Стрэнджев. Дефолтик обычный. Так, Ринкарн у нас, ну, трое в доме. Два на зелени у нас, там аркада, кстати говоря. Все, оба фушон у нас игрока. Ну, Джоэлс, Динго просто собрали всю аркаду у нас. Готик МСА стреляется, делает минус на Динго. Берет еще калашек, 39 хоспоинтов имеет. И что, продолжает стреляться. Да, выходит наверх-вниз, но Ринкарн тут как тут. Убивает его, остается Манк. Манк. 1 в 4. Очень каленый Пушкин, 12 хоспоинтов. Джоэлс 51. Ну что ж, можно попробовать выбить еще девайсик себе как бы на будущий раунд и засейвить его. Минута 10 до конца. Да, но после 7-0, конечно, от команды CWP я думал, что они уже что-то не отдадут. Так они легко брали эти раунды. Но вот собрались ребята из Strange. 5 раундов уже взяли. Молодцы. И last раунд. Last раунд мы смотрим. В исполнении двух команд. Это, напомню, полуфинал. У нас турнира Average. Average лиги. Турнир на 1250 рублей. Первое место 1000 рублей. Второе 250 рубликов. И дефолтик. Очередной дефолтик от команды у нас Strange, 3 в доме. Вираж у нас, кстати, что? Вираж с ВП играет, он возвращается в соточку. Динго тоже тут, контролит. ХЕ пролетает, 6 хп он теряет и... Смачок. Итак. Какие-то звуки странные я увидел, услышал в своем наушнике. Я не знаю даже, что это такое. Ну ладно, смотрим. Гонтик МСА у нас на приеме Б-планта. Нас занял он опять свою излюбленную позицию на вагончике. У него очень хорошо это получается оттуда принимать. Закуп, кстати, у нас очень фиговый. Закуп у нас с Last Major вообще с Desert Eagle, Фамаса, три кольта, раскидочка соточки у нас идет. Ну что, это какой-то фейк? Да, это просто фейк. У нас Готик МСА на приеме нижнего. Но Рингард хорошо делает минус 4 в 5. Ребята должны сейчас заходить быстренько на Б-плент. Манк у нас играет с Фамаса. Зажимает. Вираж прекрасно даблкил дает. Боже, ну просто что-то с чем-то. У нас ребята из Стрэндж собрались. Взяли уже 6 раундов. Потому что навряд ли они сейчас Лаки Панде отдадут. Отдадут ласт раунд. 1 в 5. Смотрим. Щипцов нет. Броня первая, ну, не знаю. Да, Тонт, видел я новый турнир, это Шторм с призовым, там какие-то скины. Ну, написали бы они хотя бы это. Написали бы они хотя бы, какое состояние оружия, которое они хотят отдать. Вот, как бы там за первое место какая-то эмка хорошая, но вот мне интересно было бы увидеть ее состояние. Вот, какое. Итак, ребята, дамы и господа, у нас 9-6 после первой половины этого матча. 9-6 после первой половины. Стрэндж теперь у нас в дефенсике играют. И что, у нас быстренько... Нет, не быстренько. Я думал, они пойдут просто в соточку. Но нет, они идут в дом.
И буду тут ходить. У нас Динго вместе с Пушкиным на приеме. Бэплунта, Стрэндж, Пушкин. Вот так вот чекает у нас Юспик. Юспик Орион, красивый. Просто смотрит, просто чекает. Одну пулю выстрелил и ревоут. Да, замечает, очень много игроков у нас. И быстрик-быстрик корректируется на нижний. Динго будет помогать ему. Откидывает ХАЕ. ХАЕ не очень удачно. У нас фейк раунд. Просто фейк. Разводит, в общем, ребят из команды Стрэндж. И просто выходит сотку. В этот момент они просто вышли сотку. Кто же на приеме у нас сотки? Один Вираж. Вираж у нас стреляется с Лимоном. Да, убивает двоих уже. Open фраг за команды Стрэндж. Минус 2, минус 3 уже. Манк у нас остается вместе с Васт Мэйджином. Васт Мэйджин бегает на Б-пленте. Бомба на руках нету. 5 эмок. Какое эти качество? Тонто. Я видел, что 5 эмок. А какое качество у этих эмок? Вот что мне интересно. Ну ладно. Продолжаем мы смотреть. 9-6 у нас. У нас Мэджи прекрасный ваншот просто ставит у нас Джоусу. 4 в 2. Ну что, шанс 30 секунд до конца. У нас Манк мансует, забирает бомбу, но плохо все очень закончилось. И вот смотрите, никто не палит Last Мэджина. Он просто обходит. Но только сейчас Динго у нас смотрит или нет? Все-таки не смотрит. Да, ну вот я не знаю. Да, вот видео, по-моему, виража он. Так, видит он Ринкрана, стреляет против Ринкрана, но нет, тут перекрестный огонь, тут дабл, дабл, просто сила и... 9-7, Стрэндж, вернулись в игру, вернулись, взяли пистолеточку еще, молодцы. По статистике давайте пробежимся, команда Стрэндж, Ринкран 15-12, Вираж 13-8, Динго 9-12, 7-14, Джоус, Пушкин 4 на 12. Команда Крусиал World Power. У нас Лимон 17-10, Готик 12-10, Last Mage 12-14, 8-7, Monk и Lucky Panda 8 на 8. Итак, смотрим мы, что придумают у нас ребята из команды. Из команды Crucial World Power у нас Пушкин. Пушкин на приеме Б-пунта. Бегут ребята как раз-таки под Б. Трое у нас находятся в перемычке. 7 человек у нас на трансляции. Ребята, я всех приветствую. Здравствуйте еще раз вам всем. Здравствуйте. Ну что, какой-то опять фейк раунд. Как-то опять они убегают, в общем. И, в принципе, все. Пока тишина. Пока у нас тишина полная, то есть никто никуда не торопится. У нас, кстати, форс раунд от команды Crucial World Power, но 28 хп уже у нас у Готика. 76 Lucky Panda имеет. Last Mage 50. То есть уже очень калененькие игроки. Так, я свернул CSGO, извините. Включаю я ее обратно. Сорян, всем сорян. Так, что у нас тут происходит? У нас в зелень уже прошли игроки команды Crucial World Power. Дали они минус один по ходу этого дела. Пушкин у нас с Ринкарном дали по минус одному. И Манк, собственно, Манк у нас остается с Готиком Сай 2 в 4. Котиком Сай в спину жмет, но как же неудачно он все-таки, ну, оружие был все-таки обычный. Обычный у нас был Глочок, и никак это не помогло. Дефусь у нас бомба, и Манк нет шансов у него на взятие этого раунда. 9-8 счет у нас становится, но все-таки убивает Ринкарна, берет еще себе и МП7. Когда Гутаим? Гутаим сегодня в 21:30. Так, 9-8. 9-8 у нас вот броня только у Манка осталась, у остальных брони вообще нету. И, в принципе, никаком форсе даже речи не идет. Но бомба стояла. В принципе, на следующий раунд будет очень много денег у ребят. Поэтому можно было бы себе позволить сейчас какую-то вот ЦЗ-шечку. ТЭК-9, может быть. Ну ладно. Смотрим мы что. Вверх-вниз у нас спускаются два игрока. Уже сейчас, может быть, еще Last Mansion тоже спустится. И будет раскидочка вверх-вниз. Будут они выходить через вверх-вниз. Так, да, флешка у нас на плент дается. Выходит у нас два игрока по голове. Моментально Ринкард получает у нас. Так, и Джоус тоже умирает. Кстати, от Манка. Манк у нас с броней выходит. Так, на приеме у нас еще Динго. Динго выбивает плент. Стреляется еще с Last Мэджином. Очень мало хелспоинтов имеет у нас. Лаки Панда, 12 хп. Прыгает он по пленту, ничего не боится. Прямо-таки. Ринкер у нас девяточки играет. Бомба у нас что? Бомбу взяли только что, и будет бомба ставиться. Да, бомба ставится у нас. И 3 в 2 уже. Еще Манк.
Боже, какие же размены у нас происходят. Тут на карте эндинг у нас врывается просто в плент. Один игрок, он остался один в один против Last Magic'а. Боже, какой раунд. Ну, неужели возьмут сейчас? Неужели возьмут? Нет, нет, Динго один в один прекрасную стрельбу показывает. Прекрасно аима берет эту карту. Карту. Этот раунд. 9-9. 9-9. Ну. О, Инрули, здрасте всем. Игруль, я так понимаю. Да, привет. Привет, Тертап 7228. Че лагает? Стрим лагает? Не может такого быть. Я все отключил уже, ребята. Не может лагать. Ну, либо это просто... Либо это просто уже Twitch. Twitch сегодня целый день шалит и... Не знаю. Пишите, ребят, лагает ли стрим или нет. Вот. Помогите мне. Своими... ответами. Итак. Last Magic попадает в ногу Виражу. 17 хелспоинтов у него остается. А Вираж тем временем тоже, кстати, с ВП отыгрывает. Но если вот ХАЕ сейчас прилетит, то будет очень печально все. Но Вираж убивает у нас Last Magic. Open фраг для команды Strange. Ну вот это ошибка была сейчас от снайпера команды Crucial Ward Power. Ну, как-то он вышел вот безыдейно. Как бы в ногу попал, должен был он Виража убивать. А Вираж просто забрался на вагончик и отстрелил у нас снайпера команды CWP. Так, раскидочка у нас идет. Лимон у нас стреляется с Джоусом. Джоус дает минус один. Еще откидывается. ХАЕ у нас от Виража. 3 в 5 ситуация. И бегут что? Бегут под Бплэн с бомбой. На Бплэнте у нас Пушкин вместе с Динго. Динго просто на чек играет и... Ушел он просто в зигу. Пушкин у нас стоит на верхнем. Ждет какого-то оппонента. Спускается на вагончик. И, в принципе, ждет. Так, ЦВП Манк тоже он стягивается. Пушкин у нас, кстати, выходит в аркаду. Или нет? Нет, он просто спрятался вот за ящами. На пунту именно. И бомба вот у нас с Лаки Панда. Все находятся на верхнем. На верхнем. И будут пробовать сейчас выйти, видимо. Да, выходят они через нижний. Верхний никто не пошел, но это может быть ошибка. Пушкин у нас просто на прием. Пушкин вылезает, делает спрей, убивает одного, второго, но... Манк, разменим своих тиммейтов и все. В принципе, все, Стрэндж, беру 10 раунд, прекрасно. Впервые в этой игре они выходят вперед, чем я их, в принципе, и поздравляю. Деньги есть, в принципе, деньги у команды Crucial Ward Power. Берут они 4 кваша и по 90 от Last Magic. Ну вот так вот решили поступить. Взяли на последние деньги, считай. Они закуп 1750, вот у Манка осталось. Ну, нужно как-то быстрее, наверное, играть. Как-то вот на трейне все-таки неожиданность это... О, победы. Фактор неожиданности нужно показать, просто выйти как-то, может быть, соточку или выйти куда-то вот быстренько попробовать, и тогда, да, будет какой-то толк. Итак, Вираж, у нас играет СВП, смотрит соточку, кладется ему смог, сейчас будут, видимо, выходить они сотку, да, ХАЕ хорошая кладется, кстати говоря, 93 хп и 97, ну, немножко снял, вот как не попал сейчас смог просто, и уже выходит у нас там, жмет у нас Ринкард по... Это не стрим, это Twitch лагает. Это не стрим. Это лагает сегодня Twitch. Я ничего не могу с этим поделать. Вчера с большей нагрузкой на канал у меня ничего не лагало. Сегодня же с меньшей нагрузкой у меня все лагает. Итак, Ринкард у нас умирает. 10 раунд берут у нас CWP. CWP, CWP. Да, 10 раунд взяли, вышли они через соточку. Хорошо, решили все-таки они послушать мой совет, сыграть в неожиданных ребят и... Вышли соточку. Вышли соточку, забрали раундик и 10-10-10. Смотрим дальше. Вот, кстати, вот эта серия была, я как-то даже ни внимания не обратил. Раз, два, три, четыре. 8 раундов подряд Стрэндж у нас тащили. 4 в атаке и 4 в дефенсе. Ну, вот это, да, вот это дела. Что ж, смотрим, что у нас по закупу у команды Стрэндж. 3 кольта. И, в принципе, все. 3 кольта и 5-7. И 2 штучки у нас у Динго и у Пушкина. Ну, в принципе, закуп-то еще нормальный, если поставить вот один кольт на Б-плент и один кольт на... И 2 кольта на Б-плент. Итак, Ринкард у нас играет в соточки. Убил, разменял. Своего тиммейта убил Last Magic, жмет смог. Неудачно. 4 в 4. Врывается он, просто убивает еще и Мунка. Боже, еще и как так-то не убили Готика МСА, 15 хелспоинтов у него, он бегает быстренько наверх вниз, но Динго тут как тут убивает у нас Готика, остается 2 игрока, Лаки Панда вместе с Лимоном.
Лимон у нас стреляет против Динго неудачно. Остается у нас один Лаки Панда. Замечает его. Есть информация по нему. Лаки Панда дает минус один. Но не больше. Не больше. И Динго. Динго просто с вайп севеном сделал минус три в этом раунде. Замечательно. Вот так вот. Кольт не всегда решает, ребята. Не всегда Кольт решает. Вайп севен разрулил в этом раунде. Минус три. Трипл килл от Динго. И 11-й раунд для команды Стрэндж. Давайте по статистике пройдемся. Команда Стрэндж. Ринкрон 21-16, Динго 17-13, Вираж 14-11, 9-17, Джоэлс, Пушкин 7-16. Команда CWP, Релемон 19-14, Монг 16-10, 14-18, Ласт Мейджин, Готик МСА 13-14, 10-13, Лаки Панда. Смотрим, мы за 22-м раундом. В этой игре очень-очень упорно у нас получается напряженная борьба между двумя коллективами по полуфиналу. Эверидж лиги... В борьбе за 1000 рублей призового фонда первое место, 252-е. Ну, в принципе, там нормально. По 200 рублей на парня, на одно лицо, то есть, ну, более-менее. Более-менее. Ну что ж, смотрим мы за 22-м раундом. Пушкин у нас на приеме Б-плунта. К нему, кстати, идут 3 игрока. 3. Динго у него всего лишь навсего на хлопе. А Ринкан, кстати, поджимает вверх-вниз. Ну, вот если он сейчас заберется, это будет ошибка. Это будет ошибка, нельзя ему сейчас туда забираться. Нельзя. Итак, выходит у нас просто нижний плент. Пушкин играет с пунта. Посмотрим, как он сейчас отыграет. Ставится у нас бомба. Нужно ему уходить, выходить. И как неудачно, минус 3 моментально. Просто у нас дают ребята из команды CWP. Джоэлс отвечает одним минусом. Вираж делает еще минус 1. Остается Вираж у нас один в 3. С АВП 48 хелспоинтов у него. И это, видимо... 11 раунд для команды CWP. Как, вот как вышли на Б-поинт сейчас? Моментально 3 минуса просто прилетело. Открутся Ward Power, и Стрэндж, мне кажется, были обескуражены. Не на шутку. Сейвит свой девайс у нас Вираж. Сейвит свою АВП-шечку. На следующий раунд что по деньгам? А по деньгам... Все очень печально. Все очень печально. Надо делать эко-раунд с одним АВП. Ну, это мое мнение лично, сугубо. Я не знаю, послушают ли меня ребята или нет. Пять клашей. Вот, например, у команды Crucial Ward Power, а у команды Strange у нас АВП и 5-7. Все 5-7, то есть вот такой вот закуп решили сделать. Ну, не знаю. Надо играть тупо от АВП. Тупо от АВП. Вот Вираж у нас занимает, смотрит соточку. Чекает пока там кого-то, но... Никого пока там нет. В Аркаде и в Ринкер у нас занял вот такую вот позицию. Вверх-вниз он смотрит, контролирует полностью. Если вот, в принципе, информация о своих врагах. Динго у нас играет на нижнем. Возле Зиги. Так, ну и выходит у нас Джоэлс, как же он его убил, боже, Джоэлс, 5 хп оставляет, ему всего лишь навсего Last Magic. Ринкарна убивает тем временем у нас еще Готик, и 4 в 4 уже ситуация, ну, очень плохой закуп, очень плохой закуп. Ну, Виражу надо побыстрее уже, быстрее передвигаться как-то на Бэплэнд, да, передвигается он, смотрит верхний, да, убивает он Лаки Панду, очень рядовый у нас Готик, 2 хелспоинта он имеет, Динго у нас... Идет по нижнему, сейчас он должен убивать Готика. Стреляет по Готику, 2 хп, но не попадает ни одной пули, боже мой. 2 хелспоинта, и Лимон добивает последнего игрока команды Стрэндж, 12-11. Фух! Очень интересная игра. Полуфиналы все-таки это не как четвертьфинал у нас были разгромные. Полуфинал прямо радует меня. До невозможности, радует. Смотрим мы дальше за игрой. 24-й раунд данной игры. У нас от команды Strange, кстати говоря, бай. Но бай очень плохой. Два кольта ФАМАС по 90 и АВП от Виража. Дефолтик играет команда CWP. Джойс уже дал, кстати говоря, минус. У нас на Last Magic сделал минус... Опен фраг в соточке для команды Стрэндж. И 4 в 5. Уже есть преимущество. Это отлично. Что придумают ребята. Так, наверхнис у нас дает флешечка. Под нее залетает у нас Готик МСИ. Занял он. Вверх-вниз. Ринкарн смотрит вверх-вниз по 90. Да, замечает он у нас Готика. И Готик спокойненько уходит на
в дом. Динго у нас вместе с Пушкиным на приеме Б-пункта. Берется у нас бомба, и ребята пока что отходят. Лаки Панда, 10 хелспоинтов. Так, Лаки Панда, 10 хелспоинтов, а тем временем Монк у нас тоже идет соточку. Лимон тем временем уже вышел из сотки, видит он Джоэлса. Джос поднимает это и 48 хп, ставит еще одну голову. Готик МСАЙ по времени неудачно, по таймингу не очень удачно вышел. Вираж у нас играет в СВП под на шестой линии. Лаки Панда делает еще один минус, и это уже 1 в 3, но это раунд должен быть за Стрэндж. 12 раунд за Стрэндж, да, Пушкин ставит финальную точку, 12-12, очень упорная борьба. Крайне интересная игра. 22 фрага у Ринкарна, у Лимона 20 фрагов. Ну, то есть, вот это фраг-лидеры. Фраг-лидеры команды у нас Стрэндж и Крусиал Вот Пауэр. Напоминаю, это полуфинал, ребят, Эверэдж. Эверэдж лиги. Если быть правильным, то даже это Елефайт Эверэдж лига. Итак, трое ведут падение. Джоус занимает очень интересную позицию. И слышал, как топнул у нас Лимон. Да, и спокойненько уходит, потому что знает, что там сейчас есть игроки команды СВП. Прилетает ему по голове, 73 хелспоинт он имеет, быстренько ретируется. Убегает оттуда, дает флешечку еще на заход. И останавливает так или иначе какой-то небольшой фастик. Но вот рано по таймингу, да, он флешечку, чтобы принять зелень. И спокойненько уходит, в принципе. Ринкарн у нас с Фамасом тоже дает флешку, еще одну дает флешечку. Монг делает минус на Джоуса, прекрасная стрельба. И они проходят просто у нас там в респу. Но Динго тут как тут уже стягивается, помогает своему тиммейту, но неудачно. Хватило его только на один минус. Монг дал хорошую голову с кулаша. 4 в 3 у нас ситуация. Сейчас еще убьет Монг одного. Да, Монг убивает Ринкарна. У нас Пушкин вместе с Виражом остаются 2 в 4. 2 в 4. И Вираж с АВП. От него сейчас много очень зависит. Да, убивает он Last Мэджина. 10 хелспоинтов. Крайне тяжелый раунд. Очень важный раунд и очень тяжелый. Кто же все-таки, вот кто возьмет, тот и не будет сливать следующий раунд у нас. Так, бомба у нас заходит просто на Б-плент. Вираж этого, к сожалению, не понимает. Монг еще у нас убивает Пушкина. Да, и Монг у нас делает в этом раунде трипл. Какой трипл? Это эйс от Монка, лол. Я думал, там трипл килла, это эйс от Монка. Эйс! Вот это да. Вот это да, дорогие друзья. По статистике пробежимся. У нас Стрэндж, Ринкар 12-2-20, Динго 19-16, Вираж 17-14, Джоус 13-20, 8-19, игрок с ником Пушкин. Команда Крусиал Вард Пауэр, Монг 24-11, Лимон 20-16, Готик МСА 17-16, 15-22, Last Мэджин и Лаки Панда 12-15. Так, очередной дефолтик от команды CWP. У нас Джо залезает просто на ящичек. На вагон он залезает, он на шестой. Стреляет с одним, стреляет со вторым. Динго у нас умирает, опыт фраг для команды. Крусиал Вард Пауэр, Пушкин делает размен. Ну, кстати, вот очень два рядовеньких у нас игрока команды Крусиал Вард Пауэр. Да, и Last Мэджин еще с дигла ставит голову. Вираж у нас. Боже! Хо-хо! Ваншот! Ловите, пожалуйста. Заверните мне ваншот. Да, пожалуйста. И ваншотик Last Мэджин ставит. Последний. 14-12. Всего два раунда остается CWP взять для того, чтобы выиграть эту все-таки карту. Чтобы выиграть эту карту и выйти в финал турнира Елефайт Эверэдж Лига в борьбе за 1000 рублей. Сразиться с другим финалистом. Завтра. С часу до 4, по-моему, если я не ошибаюсь. Итак, закуп у нас от Стрэнджев. На последние деньги купили. Если не возьмут, то будет эко. А эко на ласте это просто беда. Фомас по 90. Два Фомаса по 90 и два кольта. Очень плохой закуп у нас. Монг. Так, Джоус у нас в аркаде вообще находится сейчас в данный момент. И с Фомасиком. Просто врывается под флешку. Но Монг тут как тут. Как он фул флеш убил? Боже, он убил фул флеш. Он убил фул флеш Мэджина. Блин, это просто нереальный фраг. Итак, ладно, Манк у нас возвращается под соточку. Готик МСА и Лимон у нас еще живы. У команды CWP. А у Стрэнджев четверо игроков. Ну, Рингом тоже очень рядовенький. Имеет он 14 хелспоинтов.
И посмотрим, куда вообще соберутся у нас идти ребята из CWP. Так, Монг у нас очень рядовый. Идут они, кстати, в сотку, а в сотке у нас Вираж. Вот такая позиция у него. И слышал, да, и слышал, как подобрали что-то. Он просто дает хэдшот, отличный Лимону. Ну, взять этот раунд, конечно, все вот зависит от этого парня. Под ником Готик МСИ, который 100 хэповый. От которого, в принципе, зависит сейчас, возьмут ли раунд или не возьмут у нас команда CWP. Так, у нас клатч раунд 1 в 4. Нет, не получается. Пушкин у нас делает последний минус. Что-то Монг странно стреляет. Монг, да я не знаю. Да вроде обычно 26-12 идет. Ну, топ-1 фрагер от своей команды, как минимум. Не знаю. Итак, 5 калашей у нас закупают все-таки CWP. На последние деньги, на следующий уже закуп не будет, а следующий, возможно, будет уже поздно. 14-14, возможно, счет, если сейчас, конечно, отдадут ребята из Crucial Ward Power. Но нужно ломать, ломать экономику ребятам из Стрэнджев. Что у нас? Также ФАМАС. А, нет, ФАМАС 2 кольта по 90 и АВП от Виража. Вот это уже серьезно, очень интересно. Прилетает флешка, он полностью флешон и смотрит он шестую линию. Но пока что не высовывается. К нему в прицел его фотокамера Лимон. Лимон у нас вот так играет. Что, выходит все-таки он через сотку. Полностью у нас отрезан как-то. Ну где смог? Да, смог раскрывается. Выходит у нас Вираж, ставит первую голову. Хорошо, как сыграл у нас, горит. Просто манк. Вираж продолжается, продолжает. Видит на зелени типа. Стреляет в него. Так, Ринкер у нас убивает тем временем Монка. Еще на А-пунте двое у нас остаются. Еще где третий? Где же третий? Третий у нас очень далеко. Ну ладно. Смотрим. Лаки Панда вылетает на Б-плент своим тиммейтом. Убивают они в Динго. Ставится бомба. Пушкин тут как тут. Быстренько вылетает тоже. Но Готик МСА прикрывает своего тиммейта. Это 3 в 3 ситуация. Очень рядово. Лаки Панда умирает. Он от Ринкарна. От Ринкарна умирает. И 2 в 3. Это, возможно, самый важный раунд этого матча. Last Magic с ножом. Боже, бежал. Вираж его слышал. И это 14-14. И это 14-14. Дорогие друзья, деньги есть. Вот это развязка. Вот это сейчас предстоит нам развязка просто всего турнира. Смотрим, и что же сейчас будет. 14-14 у нас счет. Да, ну дела, ребята, ну дела. Смотрим мы, что? Закуп. Боже, на последние деньги закупились команда CWP. Если они сейчас не берут этот раунд, следующий раунд у них будет 5 так 9. Сейчас 2 голева по 90 калаш и ТЭК-9. Вот такой закуп они решили просто рискнуть. Просто рискнуть, и будет у нас какая-то раскидочка апунта. Да, ну что? Может быть, это, кстати, очень серьезная ошибка. У нас раскидка апунта выходит, ребята. Полностью слепой у нас Ринкер. Вот он, наконец-то, пробуждается от летаргического сна. И стрельба, стрельба. Ринкер дает минус по Монку. Лимон дал open фраг. Жмет у нас просто в смок. Ринкер неудачно берет пистолет. Убивает все-таки Last Magic. Но Лимон разменял своего тиммейта 2 в 2. 2 в 2 это один из самых важных раундов этой игры. Замечает Лимона. Спрейт. Боже, не убивает. Как же так? И что? Лаки Панда 1 в 2. И Пушкин дабл кил дает в самый нужный момент этой игры. Да, ну, друзья, вот эта игра. 15 раунд Стрэндж берут. Last раунд им осталось взять. Закуп ужаснейший сейчас будет. Ужаснейший. Хуже не придумаешь. Просто для last раунда закупа, чем у CVP. Итак, Галил. 2 к ТЭК-9 закуплено. 2 пистолета. Что Лимон купит? Лимон должен купить АВП, наверное. Нет, покупает Калаш и П-90. Калаш, Галил, 2 ТЭК-9, П-90. Против. Калаша, трех кольтов и АВП от Виража. И бегут они на зелень. Вот это вот неординарное решение. 4 в зелень, Лаки Панда в доме. Да. Сейчас все решится от Виража, конечно. Он с ЛП, он смотрит зелень. Он должен попадать. Должен. И не должно быть отговорок. Ну что ж, пока захолодились. Захолодились ребята на зелень. Сейчас будет раскидка. Да, дается смог. Дается смог, дается флешечка. У нас там еще, кстати, Ринкарн помогает. Это может быть просто аннигиляция. Если Ринкарн правильно, вовремя поможет своему тиммейту Виражу, они могут вдвоем принять всю команду CWP.
WP идет раскидка, у нас выход. И что, промахивается Вираж. Ринкарн не помогает своему тиммейту. Выходит Вираж, стреляет. Хорошо, минус один дает, берет пистолет, стреляется. Но не убивает. Манк просто аэршот делает. У нас Динго на приеме. Динго минус один. Джоус еще дал минус один. Готик МСА у нас остается очень рядовый вместе с Лаки Пандой. Вроде в троих игроков. 40 секунд до конца раунда. Last раунд для команды Стрэндж. Минус делает у нас Лаки Панда. Лаки Панда, что ты делаешь? Он делает минус 2 просто в самый нужный момент. Он дал минус 2. Боже мой. Ринкарн. Остается 1 в 2 у нас. Замечает его еще Лаки Панда. Боже, какая игра у нас сегодня. Замечает Лаки Панду. Бежит спрейт нужен. Да, добивает его. Готик МСА 21 хелспоинт на верхней пункте. 1 в 1. 1 в 1. Либо овертаймы, либо победа команды Стрэндж. Вот эта игра, дорогие друзья. Вот эта игра. И что, просто бежит он на верхний пункт. Просто бежит, прячется, замечает, замечает. Боже, берет, убивает его, успевает. Да. Да, он успевает. Он берет. Он берет эту игру, дамы и господа. Он взял ее. Боже мой, он выиграл. Он выиграл просто финал для команды Стрэндж.